Всем привет, с вами Vivilia Cloud. Мы по-прежнему находимся на выставке Vape Expo 2016. И наконец-то дошли до стенда Babylon, которые тоже принесли несколько ништяков из Штатов, но и несколько ништяков они производят и сами. В том числе, наконец-то, кто ждал, появились новые цвета механического мода бамбу, материалы латунь, алюминий. Вот, цвета интересные, не яркие, не кислотные, а такие немного приглушенные, очень приятные. Идеально, кстати, подходит, мы сами посмотрели, для Modfather кэпов, для Captain кэпов, по цветам можно подобрать очень красивые. Вот, кнопка по стандарту, как мы и показывали ранее, кольцо, которое держит и не участвует в резьбе, и кнопочка на магните. Вот, все максимально просто, но при этом функционально. Ориентировочная розничная цена? 6500. Цена 6500 за латунь или алюминий? Ну, на 1000 рублей они отличаются. На 1000 рублей отличаются. Вот. Следующее, что привезли. Наконец-то Rig дали что-то, кроме Rig Figa. Это полноценный бокс-мод, действительно серьезный, внушающий, я бы сказал. Но что самое главное, тут стоит автомобильный предохранитель. Вот. Как бы это ни звучало смешно, но это действительно удобно, и наконец-то кто-то это сделал, потому что в любом каком-то негативном случае у вас плата не сгорит. Сгорит предохранитель в любом автомобильном магазине, где угодно можно найти 40-амперный предохранитель. Вот. В остальном это классика, единственное, что добавились фиксаторы для аккумуляторов. Вот. Потенциометр, кнопка, башня, все по стандарту. Вот. Следующее – это компания «Картель», соответственно, «Revenant Box» привезли, красивенький, это стабут. Вот, соответственно, вставка из стабилизированного дерева по всем канонам последних трендов. Вот, внизу отсек под аккумуляторы, знаменитая двустволка, работает. Вот, и наконец-то мы дождались нового смайлика хоть у кого-то. Теперь у него появился нос, и он счастлив. В остальном мощность 160 Вт. Естественно, поддерживаются разные виды температурного контроля на никеле, на титане, на стали. Вот. Ну и компания также докидывает туда кольцо, чисто попонтоваться, что у тебя есть картель мод. Следующее. Babylon любит выпускать жишки, видимо, в последнее время. Вот вам братишка подъехала. Вот. Почему хочется об этом сказать? Это название. Я понимаю, как вы к этому отнесетесь. 228. 420. 18 сантиметров. Плюс 2. Вкусы. На них написано. Так, где? Вот. Для сведения, 228 – это малазийское ледяное яблоко. Братишка плюс 2 – это молочный коктейль с бананом и клубникой. 18 сантиметров – клубничный леденец. Серьезно, да? 4,20 – это сладкий арбуз с ментолом. Вот, и насколько я знаю, у Smoky Mo также вышла новая линейка, которая представлена в Бабилоне. Вот, два вкуса, да? Принтики, в принципе, прослеживаются с прошлой линейкой. Потестировать, приобрести все это вы можете либо, если вы были на выставке, уже попробовали, либо в любом из магазинов или интернет-магазине Babylon, поэтому есть на что посмотреть, есть что приобрести, куда потратить свои кровные деньги. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. С вами были Vivilia Cloud, прямиком с выставки Vape Expo в Москве. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky.